That's rough, dude. You smell worse than a rat. Wow, what the hell, dude? После батат не готовят 7-6. Что Машоу но Йоката Гоблин — это еще и игра по фильму, а именно Дому 1986 года. В Японии он назывался Гоблин, поэтому не удивляйтесь, что не совпадают заголовки. Кино рассказывало историю о ветеране Вьетнамской войны, который решает стать писателем. Однако тени прошлого по-прежнему нависают над ним и преследуют в ночных кошмарах. Да и в обычной жизни у него тоже полно непробиваемой мрачнухи. Жена бросила, малолетний сын пропал без вести, а тетя повесилась в собственном доме, который в результате по наследству переходит главному герою. Игра же как раз таки и происходит по большей части в этом доме, который по канонам жанра населен всякими крысами, летучими мышами и монстрами. Игрок должен пройти все этажи, сразиться с различными боссами и спасти своего пропавшего сына. Вот только дом не обычный, а напичканный дырами, с помощью которых можно перемещаться между измерениями. А еще у героя случаются те самые всеми любимые вьетнамские флешбеки. Ну вот эти вот, с Джонни и гуками на деревьях. И надо будет прорываться вперед через поле боя, а под конец победить своего погибшего и воскресшего боевого товарища, который, собственно, сына-то и похитил. И напоследок история про физика доктора Хауса, что проводил эксперименты в своем особняке. Ему удалось добиться успеха в изучении межпространственных порталов. Однако в какой-то момент он исчезает и больше не выходит на связь. Заподозрив неладное, родной брат отправляется на поиски пропавшего ученого и обнаруживает, что его дом населен опасными тварями. С виду это обычный платформер, но тут все не так очевидно. Прежде всего, герой, приходя в особняк, и не подозревал, что ему придется столкнуться со всякой нечистью и давать ей отпор, поэтому и оружие с собой не взял. Его придется искать в комнатах, осматривая предметы в них от первого лица, и постоянно переживая, что какая-нибудь тварь может внезапно ворваться из-за двери. А во-вторых, благодаря тем самым межпространственным порталам, которые в результате эксперимента появились по всему дому, разработчики смогли разнообразить окружение, перемещая игрока то в подземную шахту, то в джунгли, то вообще под воду. И вот замените все эти барб-зоны на лабораторию, и получится практически Resident Evil в миниатюре.
пускай менее атмосферный и более задорный. Короче, вы в принципе должны были уже понять, какие аркады и платформеры были у японцев в то время. Тем более, что на следующий год, в 1988, вышла Splatterhouse. А это уже довольно известная серия за пределами страны восходящего солнца. Наше дело активно развивается, и какой же вывод мы можем сделать уже на этом этапе? Существовали либо игры, которые предлагали продуманную историю и атмосферное визуально-музыкальное сопровождение, но с практически отсутствующим игровым процессом. И игры, завязка которых описывается одним абзацем, а привязка к хоррорам исключительно антуражу. И можно подумать, неужели нельзя объединить эти два элемента? На самом деле, не только вы задались этим вопросом. Разработчики тоже об этом думали. Явным третьим трендом японских хорроров можно назвать тактические и ролевые игры. Первая из таковых была Screamer 1985 года, выпущенная для привычной для старых игр платформы PC-8801. В отличие от всех остальных RPG тех времен, в качестве сеттинга было выбрано не типичное магическое фэнтези, а что-то скорее похожее на Кулак Северной Звезды или Акиру, то есть будущее, постапокалипсис и этакий бандитский панк-стиль. В единственном известном сохранившемся городе назревали серьезные проблемы. Всеми структурами в нем управляет суперкомпьютер, расположенный под поверхностью в огромном подземном комплексе. До определенного момента все шло нормально, а затем он как-то очень неприятно заглючил, и теперь его надо отключить. Проблема только в том, что он этого не хочет, а поэтому активирует все охранные системы против любых вторженцев. А в коридорах, где нет никаких турелей, вполне могут обитать органические недоброжелатели. А тех, кто таки решается отправиться на эту опасную миссию, называют крикунами. Ну или же скримерами в оригинале. Перед нами полноценный ролевой проект, который четко разграничен на два этапа – подготовительный и боевой. Сперва игрок в городе закупается оружием, броней, припасами, по необходимости лечится или идет в бар для того, чтобы раздобыть полезную информацию. Там можно встретить и других скримеров, которые с вами конкурируют, но тем не менее не против обменяться какими-нибудь предметами. Ну а потом наступает момент, когда придется спуститься под город. Тут-то и начинается один замкнутый по пространству. Впереди неизвестность и опасности, которые могут поджидать за каждым углом. Нету места, чтобы успокоиться и перевести дух. В комплексе достаточно ловушек, ям, электрических полов, вращающихся панелей, темных и задымленных участков. И еще больше обитателей, охранных дронов, реанимированных тел бывших скримеров, мутировавших червей, гигантских пожирателей, ящеров, пауков, инсектоидов, шипастых тигров и даже... Подумали, что раз это RPG, то и драки будут привычно пошаговыми, ну, в рамках Японии, то ошибаетесь. Они тут более экшоновые, пускай слегка неказистые. Появляется дополнительный экранчик, где в правом углу сидит герой, а слева на него идет или просто стреляет тот противник, что встретился на пути. Игроку необходимо ставить щит от летящих вражеских снарядов и посылать свои в ответ. Плохо, когда тварь подходит вплотную и начинает бить, потому что двигаться никак нельзя и защититься в ближнем бою тоже. Тут остается только передамажить. Все эти стычки снимаются на специальную камеру, которую выдают всем крикунам. После очередной успешной вылазки нужно сдать записанный на ней материал и получить взамен денежное вознаграждение, зависящее от боевых подвигов. После чего можно отправляться на закупку нового обмундирования и лечение от полученных ранений, чтобы опять отправиться в опасные коридоры подземного комплекса, из которых может не вернуться даже сам игрок. Ведь в случае смерти файл с сохранением удаляется. И единственное, что останется на память погибшего скримера, это его душераздирающий крик. Следующий необычный жанровый хоррор показал себя только два года спустя, в 1987. Для платформы, опять-таки, PC-8801 вышла Produce. В очередной раз можно сослаться на наши прошлые выпуски, ведь это опять-таки реверсивный хоррор, возможно, даже самый первый. Да, мы упоминали техасскую резню бензопилой в прошлый раз, но согласитесь, ужастиком ее назвать удавалось с большой натяжкой. А вот это уже действительно жуткий и атмосферный пример. Причем даже на текущий момент у него очень мало аналогов. Потому что это хоррор-тактика. Не понимаете, как так? Давайте разберемся. По сюжету у нас тут классический любовный треугольник. Парень Тоширо любит девочку Саяко, но ей он не очень интересен, и она подкатывает Гилберту, что выводит Тоширо из себя. Звучит довольно банально, если бы только все четверо не обладали экстрасенсорными способностями. Да, четверо, есть еще Тина, но она не особо принимает участие в любовных разборках.
В отличие от некой древней могучей силы, что живет в заброшенном особняке. Ненависть Тошера к сопернику оказалась настолько велика, что была услышана этим чудовищем, и оно предложило пареньку сделку. Если он заманит своих товарищей на 6-й этаж дома, то получит свою возлюбленную в награду для постоянного использования. Податливый пацан, ведомый своими гормонами, соглашается на это условие, и тут начинается действие. Вы можете предположить, что будете играть за одного из трех попавших в западню друзей. Но вот тут финт ушами. Вы здесь выступаете в роли Тошер, который благодаря обретенной силе может смотреть одновременно из глаз всех трех своих жертв. Чтобы заставить их двигаться в нужном направлении, надо вызывать монстров. Но на призыв полноценных Тошера не способен. А вот создавать их проекции, которые бы переграждали проходы и пугали несчастных ребят, вполне. Вот этим мы и будем заниматься. Игрок может выбирать место появления монстров, конкретное время и тип твари. Коих тут аж 30 штук разных форм и расцветок. Эффективность каждого зависит от текущего этажа и того, с кем из ребят он сталкивается. Детки, кстати, вполне могут даже дать отпор. Они ведь экстрасенсорики и все дела. Тем не менее, это не делает их бесстрашными. От пережитого ужаса у них вполне может не выдержать сердце. И для вас это неприемлемо. Напомню, что задача Тошера не убить их всех, а довести их до 6-го этажа. Причем успеть это надо еще и за время. Наступит рассвет, гейм овер. Ребята убегут из дома, гейм овер. Закончится сила призыва монстров, ну вы поняли. Зато если вам таки удастся добиться своей цели, то тогда та самая сущность щедро вас наградит, выполнив свое обещание и отдав возлюбленную. Хотя не ясно, остался ли герой человеком, учитывая, что нам показывают, как по обнаженному телу Саека начинают разрастаться не то щупальца, не то вены. Такого ли финала ждал Тошера? Об этом нам ничего не скажут. Согласитесь, сама концепция этой игры звучит довольно жутко, а уж такой неоднозначный финал истории оставляет неприятный осадочек. Я могу вспомнить из аналогов разве что Ghostmaster для PC и Haunted для Sega. Игры, в которых мы выступали в обличии призрака и должны были всякими проделками выгонять людей из дома. Но обе они были выполнены в мультипликационной стилистике, что настраивало на несерьезный лад всего действия. А вот про Produce такого и нет. Вы, кстати, заметили, что тут опять у нас есть пересечение с западными хоррорами, а именно заброшенный особняк. Он присутствует и в другой игре 1987 года Laplace No Ma, или Демон Лапласа. Однако с мысленным экспериментом детерминированного существования вселенной эта игра пересекается не сильно. Думаю, авторам просто понравился этот термин. Игровой процесс тут во многом похож на скример, но в деталях сильно отличается. Во-первых, мы находимся не в будущем, а в прошлом, в начале 20 века. Исследуем топ-3! Старый дом, возле которого нашли тела двух из трех недавно пропавших детей. Последний ребенок, скорее всего, находится внутри, и на его спасение отправляется не один герой, а целая команда из 4 человек. Всех их можно рекрутировать в ближайшем городе, как в целом и закупиться припасами, оружием и так далее.